Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы вновь обращаемся к событиям и личностям начала 20 века. И в центре нашего сегодняшнего внимания – последние представители императорской династии Романовых, их убийцы и память о тех и других в наше время. В Государственном историческом музее открылась крупномасштабная выставка «Москва. Святая земля великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны». На экспозиции представлено около 400 экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью великокняжеской четы, от совсем юных лет до мученической кончины. Выставка является совместным проектом Фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Министерства культуры Российской Федерации, Государственного исторического музея, Государственного музейно-выставочного центра РосИЗО в сотрудничестве с Русской Православной Церковью и Иерусалимским Патриархатом при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Департамента национальной политики межрегиональных связей и туризма города Москвы. В целом, в создании выставки приняли участие более 30 организаций и частных лиц. Мероприятие приурочено к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. На торжественном открытии с приветственным словом к организаторам и гостям выставки обратились министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова. Сергей Александрович, дядя последнего русского императора Николая II, не просто был боевым офицером, не просто был генерал-губернатором Москвы, не просто был участником многочисленных войн, которые вела Российская империя, но он был одним из основателей, вообще идеологом исторического музея. Долгие годы возглавлял Общинский совет исторического музея, также возглавлял Российское православное палестинское общество, которое так много сделало для продвижения интересов России на Востоке. И так много из трудов его потом оказалось, к сожалению, в силу исторических обстоятельств не востребовано. Сергей Александрович внес большой вклад в развитие городских традиций, городской истории, был основоположником исторического музея, но и музея изобразительных искусств, и музея городского хозяйства. В его пору были такие удивительные начинания, как создание первого трамвайного депо, создание требований по сточным водам мануфактурами. Я думаю, что в тех треволнениях, которые происходили позднее, в том числе и на Трехгорке, было отголосков требований закрытия экологически грязных фабрик в городе Москве. Ордена великого князя Сергея Александровича, часы, остановленные на минуте его смерти, и многие другие предметы можно увидеть в экспозиции. И хотя выставка многогранна, в центре внимания остается великокняжеская чета, явившая своей жизнью пример христианской веры и верности Отечеству. В трудную для России критическую эпоху, наполненную революционными нестроениями, они явили собой прежде всего пример ответственного служения Отечеству и служения людям. Они явили собой пример семейной пары, чьи взаимоотношения были построены на глубокой вере в Бога. В экспозиции представлены личные вещи великокняжеской четы, их дары в музее Москвы, вклады в церкви Святой Земли, архивные документы, фотографии, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В том числе впервые в России на выставке представлен покров, выполненный художником Виктором Васнецовым по заказу великой княгини Елизаветы Федоровны для гробницы ее убиенного супруга. Это первое собрание, которое представило уникальную коллекцию, которая насчитывает, наверное, сейчас около 400 предметов. Это, конечно, не все предметы, которые есть в нашем музее и в других собраниях, связанных с их именем, но я считаю, что выбраны лучшие, и которые позволяют проследить их вклад в историю страны, в культуру страны,
проследить их взгляды, проследить их образование, проследить их вкусы, направление их деятельности, потому что оно разнообразно. Здесь и археология, и деятельность духовная, здесь хозяйственная деятельность, и служба военная, и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что выставка вот именно этим уникальна. Она позволяет вообще увидеть разносторонние прекрасные личности. Это потрясающие вещи, на которых просто смотреть нельзя. Это то, что было извлечено из его могилы. Это предметы, которые связаны с ним, покореженные взрывом, со следами этого страшного взрыва. Это и потрясающие вещи археологии, которые он передал в исторический музей. Это потрясающие произведения искусства, которые он передал в исторический музей. Великий князь Сергей Александрович поднял Москву до уровня Первопрестольного града, до того уровня, который имел в виду Александр III, когда говорил, что Москва – храм, а Кремль – алтарь ее. То есть наши национальные святыни, наши национальные традиции, нравственные устои, верность и служение власти народу – все это было возрождено при великом князе. Он был последовательный консерватор, и в некоторых своих действиях, может быть, он был жесток, потому что он последовательно действовал по приказу своего августейшего брата. Император Александр III как раз и имел в виду наведение порядка в Москве и повышение статуса Москвы до столичного путем назначения великого князя Сергея Александровича. И когда великий князь Сергей почувствовал, что новые либеральные веяния власти не соответствуют его убеждениям, а на компромиссы он никогда не шел, именно поэтому он нажил себе очень много врагов. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна много сделали для установления связи между русскими и палестинскими землями. И потому на выставке можно увидеть, например, иконы из русских храмов на Святой Земле и вышитый великой княгиней ковер из церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины. На выставке представлены и образа преподобного Сергия Радонежского и праведной Елисаветы, святых покровителей великокняжеской четы, две иконы из церкви великомученика Георгия Победоносца в Кане Галилейской, написанные по заказу императорского православного палестинского общества. Иконы были предоставлены на выставку по благословению блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила. Проглядывающая в судьбе великокняжеской четы сакральная связь Москвы и Святой Земли отражена в самом названии выставки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Выкуп. Тем пассажирам московского метро, которые хорошо знают историю убийства царской семьи, напоминает о нем станция Войковская, названная в честь революционера Петра Войкова, имевшего непосредственное отношение как к самому убийству, так и к сокрытию его следов. Организовано движение за переименование станции и объектов с ней связанных. За такое переименование выступает и Русская Православная Церковь. Есть неоспоримые исторические свидетельства о преступлениях этого человека. Поэтому очень странно, что его имя зафиксировано в названии станций и там, улиц, да, в нашей стране, и даже в столице ее, в Москве. Противники переименования обосновывают свою позицию дороговизной процесса смены названий. Однако 2,5 десятилетия назад похожий процесс уже произошел с городом, где была убита царская семья. Свое историческое имя обрел Екатеринбург. До этого он долгое время напоминал о другом революционере – Свердлове, также имевшем отношение, по мнению ряда историков, к расстрелу последнего русского царя и его семьи. Впрочем, Свердлов знаменит и многими другими кровавыми деяниями. Циркулярно, секретно. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы, поэтому необходимо провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно.
провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания. Центральный комитет РКПБ, Оргбюро, Свердлов. Геноцид. Осознать эту правду было непросто. Мешали стереотипы, созданные советской пропагандистской машиной. О том, как зверски герои революции истребляли целый народ, распространяться было не принято. Мифы начали рушиться в эпоху перестройки. И как бы мы ни оценивали сегодня это время, именно тогда люди стали задумываться и над историей своей страны, и над ее многовековой верой. Ну, о том, почему наш город носит имя того деятеля, который отметился в начале 20 века, мы задумались как депутаты Екатеринбургского городского совета народных депутатов в 90-м году, как только пришли вот депутатство. И найдя в истории такую информацию о причастности, например, Свердлова к расказачиванию, к такому процессу, когда в результате политики властей были уничтожены миллионы казаков, мы уже тогда думали, например, что ну негоже городу носить имя вот такого деятеля, который по локоть в крови русских людей. Если Свердловск стал, наконец, Екатеринбургом, то станция Войковская продолжает носить имя Петра Войкова. Общественное движение за ее переименование пока не привело к положительным результатам. О трагедии, произошедшей в ночь 17 на 18 июля 1918 года в Екатеринбурге, в уходящем году напомнила и выставка «Русь православная», организованная в Манеже. В рамках выставки, среди прочего, была проведена конференция, посвященная проблеме подлинности так называемых екатеринбургских останков, в 90-е годы признанных комиссией останками царской семьи и захороненных в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Русская православная церковь изначально не признавала результаты данной экспертизы. Ряд обстоятельств привел к тому, что в этом году экспертиза была назначена повторно. Самое главное и на этой конференции, и не на этой конференции, это определить, как было на самом деле в 1918 году. Определить, настоящие это останки екатеринбургские или не настоящие. То есть выяснить правду, выяснить, какие больные точки, какие неисследованные источники, на что надо обратить внимание. Сейчас уникальная возможность исследовать и найти то, как было на самом деле. Вот это единственная задача. Мы должны сделать очень точные, без всяких оговорок, выводы. Это совершенно необходимо. И необходимо даже пойти дальше. Необходимо сделать то, что не сделала комиссия Немцова. Ну, например, всех верующих, десятки миллионов верующих волнует, подписал Николай II отречение или нет. Важнейший вопрос. Вот та комиссия правительственная не провела экспертизу подписи государя под этим документом, который хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Обязательно надо сделать. Мы еще вернемся к теме судьбы последней царской семьи и проблеме екатеринбургских останков. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.